Упакованные в полиэтиленовые мешки тела на полу – свидетельство нашего национального позора, написал в Facebook бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян. По его словам, с четвертого дня войны Никол Пашинян и Анна Акопян лично занимались сокрытием числа жертв и трупов. «Изнасилованное достоинство, кровоточащий народ и беспризорное государство» – так видит сегодняшнюю Армению Минасян. Накануне родственники пропавших без вести военнослужащих провели акцию протеста в Ереване, перекрыв центральную улицу Герации, требуя объяснений от властей. Напомним, более 200 тел тайно хранились в разных местах, в том числе в Абовянском филиале научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы и даже в холодильниках для фруктов, как, например, в Арташате.